Вітаю вас, друзі. Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Анія Тарашевська. Що відбувається, коли збігаються думки декількох творчих людей, ми дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. І на власні очі побачимо, як задумка перетворюється на реальність. Все, что создается всегда в театре, это не есть работа всегда одного человека, это всегда работа команды. Художник – это наблюдатель. Это человек, который наблюдает за всем тем, что происходит вокруг него. Когда появилась необходимость что-либо создать, приходит идея, что именно ты хочешь создать, а потом появляется чистый лист. Процесс превращения макета в декорацию, процесс превращения эскиза в костюм и эскиза в декорацию – это абсолютно потрясающее превращение. По-перше, задумка, потім дорога і нарешті кінцева мета. Сьогодні ми з вами станемо свідками народження задумки і частки шляху наших героїв. А для цього нам з вами, друзі, треба зазирнути за таємничі двері. Ви пам'ятаєте сказку «Буратіно»? И у Буратино был папа Карло, и у него была каморка. И в каморке висела такая картина «Очаг». А за этим очагом скрывалась дверца, волшебная дверца, которая вела в удивительный мир. И сейчас, господа, я предлагаю вам вместе со мной пройти по этим таинственным ступенькам и заглянуть не в каморку папы Карло, нет, а в другую, совершенно интересную, совершенно удивительную и неповторимую область. Пойдемте. Господа, и вот мы заходим в небольшую каморку. Я вам обещала, что мы попадаем в совершенно удивительный и неповторимый мир. А мир действительно удивительный и неповторимый. Знаете почему? Потому что здесь, именно здесь, происходит рождение шедевров. Не верите? Сейчас вы в этом убедитесь. И я познакомлю вас с людьми, которые причастны к рождению шедевров. Василий, сегодня вы являетесь нашим героем, насколько я поняла, потому что мы, хотя мы пришли в мастерскую к художнику. Вот. Понимаете, героизм, как и творчество, дело коллективное. Понимаете? Поэтому все, что создается всегда в театре, это не есть работа всегда одного человека, это всегда работа команды, это всегда работа коллектива. И вот действительно мы сегодня находимся в, так, знаете, в одной из святая святых нашего театра. Это наш художественный цех. И именно здесь, в общем-то, происходит своего рода такое зарождение спектакля на первых стадиях, потому что именно здесь мы с художником, постановщиком всегда придумываем ту художественную концепцию, то решение, которое потом будет воплощено уже на сцене театра. И поэтому я хочу обязательно пригласить сюда своего со-героя. Ой. Вот, пожалуйста, это Надежда Тимирова. Надечка, здравствуй. Один из моих постоянных партнеров, как сегодня модно говорить, да? Тот человек, с которым мы создали уже очень хорошее количество спектаклей, с которым приятно работать, и с которым мы всегда находим какие-то новые, стараемся находить какие-то новые решения. Поэтому вот сегодня, если мы будем говорить о нашем новом спектакле, это спектакль «Эти свободные бабочки», то мы будем сегодня вместе вам рассказывать, вместе с Надеждой Викторовной о том, что мы тут собираемся придумать. И представляете, дорогие телезрители, вы сейчас находитесь в святая святых. Поверьте мне, что не каждого сюда впустят, но у вас есть уникальная возможность посмотреть, как и что. Надежда, как и что? По-разному. Иногда бывает очень интересно, иногда бывает очень горячо, а иногда бывает захватывающе. Василий, итак, спектакль «Эти свободные бабочки», так я поняла, да? Рождается спектакль. Ну, давайте вот как-то вот проследим путь с рождения до выхода на сцену. Пока еще он не вышел на сцену, но вот он сейчас только рождается. Телезрители, представляете, только рождается. Ну, вот опять же, как все мы знаем, да, перед родами сначала что происходит? Зачатие. Да, творческое оплодотворение. Ну, я прошу прощения за такие аналогии, но, к сожалению, это жизнь. К счастью, да так оно и есть. Все начинается с того, режиссер читает пьесу.
Художник читает пьесу. А художник тоже читает? Конечно. Обязательно. А как же? Художник читает пьесу не меньше, а может быть даже и больше, чем режиссер. Потому что режиссер, когда читает пьесу, он пытается, так сказать, для себя определить, о чем он ее будет ставить, как он ее будет ставить, какая основная мысль, какая у него будет сверхзадача в этой постановке, какие будут задачи ставиться артистам. Естественно, представляет себе какие-то моменты, что должно быть. Художник читает пьесу совершенно по-другому. Он читает эту пьесу и думает не только о том, что обычно каждый автор в пьесе так или иначе, каждый уважающий себя автор пишет, там стул, там кровать, там стол, то есть очерчивает то, что он думает. Например, стоит стол, на сцене стоит стул, стоит кровать и еще что-то. А художник уже видит по-другому. А художник, пытается всегда найти некое образное решение этого спектакля. Видит совершенно, так сказать, своими категориями, своими образами. Вот потом они встречаются с режиссером, и начинается очень интересный диалог. Вот вы читали пьесу, Надечка, вы читали пьесу, а потом состоялась замечательная встреча художника и режиссера. И что? А дальше получается так, как в свое время замечательно написал Карл Чапок. Значит, режиссер говорит, вот мне здесь нужно 3-метровые подмостки, минимум. Художник спрашивает, зачем? Ну, чтобы оттуда главный герой прыгнул. А зачем ему прыгать? А там, говорит, ремарка врывается в комнату, а момент его прыжка надо приподнять. А художник говорит, нет, ну я здесь видела какое-то колесо обозрения или что-то в этом роде. И вот здесь вот начинается такая вот мешанина из интересов, из которой потом рождается нечто среднее. И мы договариваемся, ладно, это не будет 3-метровые подмостки и не будет колесо, но это будет стремянка, например. Вот, понимаете, с которой мы будем прыгать потом. А куда мы будем прыгать, в бассейн или в ведерко, это уже мы будем решать по ходу дела. То есть, поэтому, понимаете, вот это и называется вот этот синтез мыслей, из которого потом рождается уже макет, эскизы сначала, а потом макет, а потом уже все остальное. А можно сказать, Василий, что режиссер, он мыслит грандиозно и масштабно, а художник, несмотря на то, что он очень творческий человек, он все-таки еще и мыслит так, чтобы все это воплотить на сцену, да? То есть он реально, режиссер может не всегда реально мыслить, да? Понимаете, технический момент воплощения это будет потом. Сначала, что каждый видит здесь. И нужно найти вот эту общность интересов, общность видения, которая будет согласовываться. А уже в дальнейшем уже находится, как это сделать. Понимаете? Вот. Вот как, это уже второй вопрос, хотя он не менее важный. Мы видим каждый по-своему, но пытаемся найти общее. Каждый вносит свою часть души в тот проект, которым он занимается. Важно, чтобы эти части, как крылья у бабочки, срослись в одно целое. Вот тогда это действительно творческий процесс команды. Тогда действительно рождается нечто необыкновенное. Такое, что дает возможность зрителям переживать, сопереживать и воспринимать это действительно как истинное чудо. Действительно, вот на сцене раскрывается занавес, и стоят на сцене декорации, но предшествует этому колоссальная работа, работа всего творческого коллектива театра. Василий, я знаю, что вы торопитесь на репетицию, но будьте добры, перед тем, как вы нас покинете, несколько слов об этом спектакле, который скоро выйдет на сцене нашего русского театра. «Эти свободные бабочки». Такое интригующее название. «Эти свободные бабочки». Да, и не только название интригующее, я бы сказал, что сама тема данной пьесы и данного спектакля, она важная, она во многом социальная тема. Эта пьеса Леонарда Герша, она имела много различных воплощений, но мысль, которую мы преследуем в нашем спектакле, это самое важное, на мой взгляд, то, что важно сегодня для молодежи, а спектакль мы рассчитываем прежде всего для нашей молодежи, которая приходит в наш театр, это тема веры в себя. Веры в себя, потому что, мы знаем, есть такая хорошая фраза, вера горами движет, да? Если верить в себя, можно добиться очень многого, вплоть до того, что если верить в себя, то можно, так сказать, бороться со своими комплексами во многом, какими-то. О чем, собственно, спектакль? Это история одного молодого человека, слепого от рождения, который безумно хочет
чтобы все признавали в нем равного, равного члена общества, чтобы его любили, чтобы с ним считались. И он борется за это право в процессе пьесы, в процессе спектакля. Очень много сложных ситуаций, которые встречаются на его пути, и вот эта тема необходимости веры в себя, тема любви, тема каких-то размышлений, все это будет присутствовать в нашей постановке. И, конечно, какие-то моменты с этим связаны, мы с Надеждой переводим в язык сценографии. Она расскажет о сценографическом решении, потому что на самом деле ведь сценография спектакля — это не только некая обстановка, в которой должны двигаться и говорить артисты. Лучше всего, когда это оформление работает и на идею спектакля, и создает не просто образ некий вокруг, но декорации работают непосредственно в контексте действия драматического и направлены на, так сказать, на то, чтобы помогать артисту и помогать спектаклю, как бы усиливать эффект, психологический эффект, эффект вот, зрительский, который будет наиболее полно раскрывать, наверное, идею спектакля. И я вас оставляю в надежных руках своего любимого художника, а она вам приоткроет много интересных моментов от той самой, так сказать, сокровенной кухни, так сказать, на которой у нас и рождается новый спектакль. Спасибо, Василий. Телезрители, ну что, пойдем на кухню, да? Пойдемте. Перед вами макет спектакля, о котором уже говорил Василий Алексеевич. Спектакль, на мой взгляд, интригует не только темой, он интригует образами, он интригует сюжетом, развитием этого сюжета, взаимоотношениями между персонажами. И при создании образа, который зрители в ближайшем будущем увидят на сцене, мы преследовали очень много разных задач. Насколько нам это удалось, судить зрителю? Но нам очень хотелось передать атмосферу, прежде всего, души самого героя. И на сцене мы видим не только элементы интерьера, в котором живет данный герой, но прежде всего состояние его души. И то, как будет развиваться его перемены, его трансформации душевные, они, на наш взгляд, будут очень серьезно поддержаны работой непосредственно самих декораций. Во всяком случае, мы к этому очень стремимся. Вы говорите, что вот эта декорация, она должна обязательно отразить и душевное состояние героя. То есть я думаю, что телезрители тоже согласятся с тем, что наше душевное состояние, оно зависит от многих факторов и от обстановки тоже в первую очередь, наверное, и в самую первую очередь, какая обстановка, правда? Но вот судя по этой декорации, душевное состояние героя, оно как бы в каком-то таком подавленном немножко состоянии. Да, изначально действительно он находится не столь в подавленном состоянии, сколь в потерянности. И вот весь спектакль как раз именно о том, что герой пытается себя найти, пытается себя утвердить в этой жизни и разобраться прежде всего в самом себе, в тех процессах, которые происходят в его душе. Понятно, что самостоятельно человек редко когда может в себе разобраться. Всегда есть рядышком люди, которые помогают в этом процессе. И у главного героя, конечно же, есть герои пьесы, которые помогают ему в этом. Но прежде всего это разговор о душе самого человека, о трансформациях его, о его взрослении, о его умении переоценивать какие-то вещи, умении воспринимать их не как капризному мальчику, да, который вот только пытается вступить во взрослую жизнь, а умении реагировать на окружающий мир как взрослому, состоявшемуся, зрелому человеку. Анечка, вот смотрите, наш русский театр и вообще вот театр, он еще направлен на то, чтобы люди не только искали себя, но и находили. А вот вы лично, чему вы учитесь, как вы себя ищете? Или вы себя уже нашли? Вот поделитесь с нашими телезрителями, которые, может быть, еще в поиске. Для художника нету точки, на которой он бы сказал, что я всего достиг. Художник — это та профессия, в которой ты совершенствуешь сам себя от начала
когда ты встал на этот путь, и до самого-самого последнего дня своей жизни. Это постоянный процесс развития, это постоянный процесс поиска. Когда-то ты ищешь в себе терпение для того, чтобы преодолеть какие-то вещи. В какой-то другой определенный момент ты ищешь в себе смелость. Еще какой-то другой жизненный момент своей жизни ты ищешь творческие какие-то скрытые мотивы в самом себе. Потому что бывает... Ну, люди творческие, рисующие или просто пишущие что-либо, да, они говорят творческий затык, да, вот работал над каким-то определенным моментом и понимаешь, что все, вот уже дальше ты работать не можешь. Каждый ищет выход из этой ситуации по-своему. Для меня это музыка, это прочтение каких-то новых произведений, это работа с людьми, с которыми я работаю, то есть умение с ними общаться, слушать их. Иногда бывает из очень маленькой какой-то детальки возникает грандиозное полотно или грандиозный образ. У каждого по-разному. Да, действительно, сколько людей, каждый по-разному ищет свой путь, но есть еще и общий путь. Надя, когда вы работали над созданием этого макета, вы же прочли вы пьесу. Вот каждый человек, вот он даже и свою жизнь строит, он что-то о себе, сначала он строит в голове, да, телезрители, вы сначала в голове у себя что-то там наметили, а потом начинаем воплощать в жизнь, или сначала воплощаем в жизнь, потом строим в голове, ну, у каждого по-разному бывает. Как у вас, Надя? Ну, работа художника, как для меня, да, я говорю сейчас только о себе, начинается с необходимости, идеи и чистого листа. Вот когда появилась необходимость что-либо создать, приходит идея, что именно ты хочешь создать, а потом появляется чистый лист. И вот с этого чистого листа, имея идею и необходимость, появляются маленькие-маленькие чудеса. Да, действительно чудеса. И сегодня мы вместе с нашими телезрителями находимся в Святая Святых, в мастерской художника. Надечка, вы здесь работаете... Всегда, да? Это ваше рабочее место и ваша мастерская. А что больше всего вас вдохновляет? Стены или идеи? Ну, скажем так, работа художника не всегда происходит только в этой мастерской. В этой мастерской, как правило, происходит самый первый момент зарождения идеи и мысли, и последний, наверное. А вот то, что находится в промежутке, это процесс очень активный, когда художник подбирает материалы, бегает по магазинам, и по большому счету застать его в театре практически невозможно. Он ходит в цеха, и у него очень-очень активная жизнь в этот период. Но тем не менее, дорогие телезрители, с помощью еще одной нашей героини нам удалось застать Надежду в мастерской. А у нас есть еще одна героиня, Марина Васильева. Мариночка, очень здорово, что вы нашли время, подошли к нам. Будьте добры. Вот Надежда говорит, очень сложно художника застать на месте, на рабочем месте, когда он в творческом процессе. Но вам это удалось. Да, мне это удалось. Вы знаете, хочу сказать, что Надежду Темерову застать на самом деле труднее всех. Потому что Надежда, наверное, вот 70% нашего репертуара, наших спектаклей оформляла в качестве художника-постановщика. Иногда только костюмы, иногда только декорации, но, как правило, вот и то, и другое. Очень человек занятой, очень творческий. И вы знаете, глядя на нее и на то, как она работает, всегда вот вспоминается такая мысль, принято считать, нет более зависимой профессии в театре, чем актриса. Это я. Но, глядя на Надежду Викторовну, я думаю, что нет зависимей профессии в театре, чем художник-постановщик. Почему? Потому что если актриса зависит от режиссера, от художественного руководителя, по большому счету, то зависит от распределения, да, скажем так, в большей степени, то художник-постановщик зависит от мнений, мыслей множества людей. Работа творческая.
В первую очередь работает художник с режиссером, и, естественно, зависит от его концепции режиссерской, от его мнения, от его мыслей. Есть художественный руководитель, который курирует, так сказать, постановку абсолютно каждого спектакля в театре. Есть художественный совет, который принимает эти макеты, эскизы. Как это все сложно. Соглашаются или не соглашаются, и тоже все творческие люди, и тоже каждый видит по-своему. И каждый раз художнику нужно доказывать свое мнение и режиссеру, и другим членам постановочной группы, и художественному совету, и художественному руководителю. Но самое интересное, наверное, еще и дальше, когда начинается работа с артистами, у которых тоже есть свое видение и есть свое понимание комфорта нахождения на сцене в том или ином костюме, с тем или иным элементом. А, точно, Марина, костюма. Вот вы как актриса, вам же, может быть, некомфортно в каком-то костюме. И смотришь, допустим, прекрасные эскизы, да, хотя, в принципе, у артистов не принято спрашивать мнение, когда вот на этапе эскиза, да. Тем не менее, Надежда, будучи человеком очень коммуникабельным, человеком очень внимательным и чутким, понимая, что артисту в этом костюме работать, ей очень хочется, чтобы каждому из нас, из тех, кто выходит потом на сцену в том, что она себе придумала и воплотила в жизнь, было удобно, хорошо и легко работать. Поэтому она так тихонечко приходит и говорит: вот давайте посмотрим, как вы думаете, вот как вы больше чувствуете. Вот, в принципе, там и мне, и режиссеру подходят оба варианта, может быть, что-то тебе ближе. Как ты вот чувствуешь? Это очень важный момент, и артисту сразу вот тепло на душе. От того, что можно высказать свои какие-то пожелания, пусть они небольшие, они скромные, но это тоже вот наша работа, и то, что мы создаем подчас сами, а подчас в хорошей команде художника и режиссера, которые тоже могут прислушаться, понять тебя, почувствовать тебя. Во многих спектаклях очень я работала в качестве актрисы с Надеждой Викторовной. И скажу, что работать с ней, с таким внимательным, гибким и коммуникабельным человеком, очень приятно. Это очень важные черты характера для художника-постановщика. И, наверное, можно иметь талант, действительно, вот такую гениальность, но при этом не состояться как художник-постановщик, не имея просто вот этих вот крайне необходимых художнику качеств. Приятно также сказать, что не так давно состоялась выставка у Надежды Викторовны, выставка ее именно театральных работ в университете имени Петра Могилы. Многие наши, я думаю, зрители, телезрители побывали на этой выставке. Побывали и друзья Надежды Викторовны, и коллеги на этой выставке. В чем уникальность этой выставки? В том, что очень редко выставляются художники именно театральные. Редко выставляются эскизы декораций, эскизы костюмов. И вот одной из самых необычных сторон деятельности театра мы с помощью Надежды Викторовны продемонстрировали на этой выставке. Обычно в титрах всегда режиссер-постановщик, художник-постановщик. Но, если честно, художник-постановщик как-то так прочтешь, и художник-постановщик. А оказывается, художник-постановщик – это очень и очень важно, друзья мои. И вот Надежда, она, видите, такая она молчаливая. На первый взгляд, может быть, даже строгая, но она видит то, чего не видим мы с вами. Надя, а что вы видите, чего мы не видим? Ой, это очень неожиданный вопрос. Я думаю, что о ней больше говорят ее работы, ее друзья, коллеги, наверное, зрители, которые приходят на спектакли, смотрят эти спектакли и восхищаются вот тем, что находится на сцене. А если бы они еще видели вот этот процесс превращения макета в декорацию, процесс превращения эскиза в костюм, эскиза в декорацию, это абсолютно потрясающее превращение. Ну, Надежда, поделитесь, пожалуйста, с нашими телезрителями, как обрести терпение, мудрость и кротость? Терпение рождает терпение. Мудрость
приходит с возрастом. Иногда возраст приходит один. Да, с возрастом и, наверное, с умением слушать других людей. Не всегда нужно говорить самому. Иногда имеет смысл послушать других. Вообще художник – это наблюдатель. Это человек, который наблюдает за всем тем, что происходит вокруг него. И если он правильно наблюдает и делает правильные выводы, то он может действительно очень многого достичь в жизни. Як бачите, без пильного спостерігання і вміння робити правильні висновки важко прожити в цьому житті. В цьому переконались наші герої на власному досвіді. В них все попереду, як і у нас з вами. Щодень завтрашній нам готує, почуємо зараз. Я, Аня Трашевська, я прощаюсь з вами. На все добре. 21 лютого ми згадуємо пам'ять святого Феодора Стратілата Серповиця. Якщо місяць на небі на мороз, зима поступово відступає і готує нам наостанок свої сюрпризи.